Помогает. Круто. Круто, конечно, круто. Так, теперь чего? С ополченцами вроде расправились. Или не расправились. А, вон еще башня там одна есть. Сейчас мы до нее доберемся. Как же это было не круто. Прям словил. Жестко. В каких крытых? Чё ж ты молчала, малыш? Привет, дед. Хотите поиграть? Эй, Кул! Прикрывай меня! Она реально их пытается приручить. Это ж вообще ад, ребят, ну. Так. Вон они погнали. Ледяные ублюдки. Так, ну. И справа идут, да, еще? Ух ты, фак. Мать их так. Может, к ним туда, или они сами сейчас ко мне придут? Блин, здесь фишка в том, что здесь нет электричества. А если вот так садить тебе, малыш? Раз, два, серия будет. Фак! Так, зато я взял ионный... Хрен его знает. Чё? Так, серия не получилась. Бляхмух, вот это вот ад. Не понимаю, как тебе удается их приручить. Да это неважно. Так, с этим разобрался? Или он просто куда-то отлетел? Зато у нас есть, напомню, ионный нафиг вихрь, который мы пока в загашнике держим. Не слишком он нам сейчас и требуется. Так, вот здесь они пытаются к ней подобраться сейчас. Ух ты, батьки мои. Ах ты, милашка. Один есть, да? Так, а вот эти вот лучами гасят, это крутые, совсем крутые. Бля, мог, конечно, к ним добраться-то. Но если только вихрь использовать, но я не хочу. Потому что сейчас они... В принципе, урон-то особого не причиняют никому. Так. Пойдешь со мной. Блин, многовато их. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Прячусь. Да они светом своим вообще никак на меня не реагируют. Мне не холодно, не жарко. Потому что я умело прячусь. Ну вот. Ух ты! Какой сердитый! Проголодался, а? Вот и все. И не надо ни с кем драться. Да пожалуйста, сколько влезет. Нормально, да? Правда, тут и гранатометчик чертов. Но он промахнулся. Долго она еще мозги будет им промывать? Меня уже так запарило висеть. Ай-яй-яй, мимо-мимо. Хотя вот на радаре здесь показывают, что здесь их 5. Но я вижу 1, 2, 3, 4. Где 5-й? Непонятно. Так, стоп. Вот это что за звездочка? Погнали позырим. Почему она? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, понял, для чего это. Хорош придуриваться, выноси их. А, можно... Все, я понял.
Yes, можно завалить, типа. Сейчас еще одного завалим. Наверное, пока не завалю, ничего не произойдет. Ах ты. Меня тут прижали, Кол. Давай, давай, давай. Так, еще один готов. Так, этой хватит нам, чтобы долететь. Блин, ледяные солдаты взорвали вагон. Да какого хера, господа? Я же все правильно делал. Еще разочек. Давайте еще разочек попробуем. Опа. Один готов, два готова. Сейчас еще зарядим сюда, если хватит. Хороший мальчик. Не, не получилось. Так, давай еще заряжай. Сейчас по-быстрому с ними. Блин, не получилось. Ладно, надо бежать. Ух ты мой красавчик. Назову тебя Кол младший. Хорош придуриваться, выноси их. А, сейчас они взорвут вагон опять. Бля, если я не успею. Эх. Ты мое солнышко. Сейчас мы тебя выпустим. Может, вихрь запустите? Меня тут прижали, Кол. Еще есть один вихрь. О, ес. Так, осталось. Блин, он поврежден опять. Ладно, погнали. Куда он улетел? Так, вот этот. Так, этого добили. Блин, осталось, по-моему, их немного совсем. Так, успею добить его? Yes. И последний. Эй, Никс, тут становится жарко. Знаю, знаю, я почти закончила. И я почти закончил. Какое совпадение. Так, снова вагон в порядке. Каким-то образом оказался. Такс. Блин, серьезные ребятки. Ты мое золотко. Мамочка тебя любит. Yes. И супер удар будет. О, yes. Шикарно получилось. Тут много еды, моя крошка. Потерпи. Так, надо. Скоро наешься до дна. Вихрь. Никого не засосал почти. Хотя почему никого? Очень даже много кого и засосало. Мы теперь семья, а семью надо защищать. Так, всегда. Ах ты ублюдок. Yes. Еще вихрь один. Так, и самое, что меня радует, вихрь у меня еще появился. Так, с этим что делаем? Ага, вон он где. Достал его? Да, достал. Последний остался. Прицельный удар. Готово! Врубай электричество. Откроем двери. Ладно, пора замкнуться. Выпивание жизни, может? Давайте, вампиризма добавим. О, за вампиризм уже дают плюс 2. Неплохо, неплохо. Так, быстрее к генератору. Нужно дальше запустить. Так, используем ракету Теслы. Мазафака. А, вон осколок еще на столбе висит. Ах, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Заряжаем, успешно. Но сейчас нужно будет все равно к нему передвинуться, чтобы его активировать.
Погнали. Чё встал-то, малышка? Здесь все равно навряд ли провода потоком. Так, забрали. Шикарно. Так, здесь мы просто побежим. Вон еще один осколок. Параллельно соберем все. Так, отличненько. И здесь сейчас доберемся как раз до следующего генератора. По-моему, да. Еще осталось два осколка, и снова нам емкость вот этого всего дела увеличивают. Так, вот здесь, да? Да. Ну, Никс, они твои. Выпускай. Вот теперь мы повеселимся. Нифига, они за нас, блин. Приятно. Ух ты, еще один этот здоровый. Малютки мои, пора обедать. Ха-ха-ха, сейчас посмотрим, как они расправляются с нашими врагами. Ух ты. Почему на них никто не нападает? Разорвите их в клочья! Ну, какого черта? Мне вообще им помогать надо? Шикарно. Вы так не считаете? Yes. Выстрел в голову. Еще на один выстрел хватит. Все, у нас кластерная граната открыта. Так, что если мы сейчас таким образом его... Суперудар. И заряжаем батарею. Вот так вот. Так, а я же его снял. И... А, это мой. Пардон. Так, 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 серию не удалось провести. Во! Вот это смачный удар. Блин, почему не зарядилось нифига? Наверное, что-то с серией не совсем топ получилось. Ладненько. Сколько их? Много еще здесь? Ух ты. А чё, разрядником по его костюму нельзя попасть? Так, куда он приземляется? Давайте-ка мы... Ионный вихрь. Все, к чертям унесло туда подальше. Yes. Так, вот с этим. Блин, удалось ему удрать. Осталось два всего. Кстати, вот ионный вихрь еще здесь есть. Надо успеть, пока не рассыпалось это все дело. Так, последний. Все, убили всех. Эй, ты вроде собиралась прикончить Бертрана. Не-не-не, мы вернем.